Продовжуємо обговорення політичного тижня, зокрема і проекту бюджету. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну що, уряд переписав все ж таки бюджет до другого читання. Як ви оцінюєте ті зміни, які були внесені, і чи істотно змінився документ, чи готові ви за нього проголосувати? Ну, треба сказати об'єктивно, що ідеальних бюджетів не буває. Бюджет завжди критикують, але є определені речі, які допускати не можна. И вот если правящая партия шла под лозунгом «Уйти от бедности», то когда мы посмотрели бюджет, то наоборот, вот этот бюджет толкает народ в бедность. Всех граждан Украины. Поэтому начинать надо с самого первого. Позиция, которая в бюджете, это внешняя задолженность. Если любая компания не может обслуживать свои долги, она приходит и начинает реструктуризацию. В банке это обычная процедура. И вот я считаю, что нам предстоит такую процедуру пройти государству, потому что у нас только из бюджета выплаты на внешнюю задолженность в следующем году планируется больше, чем на оборону или на свиту, или на медицину. 147 миллиардов. 12,4%. Это я беру только бюджетные выплаты. А еще больше 300 миллиардов это надо привлекать кредиты и их тоже отдавать за повышение старой задолженности. Так называемый перекредитовка. То есть однозначно ждет реструктуризация задолженности, потому что страна не может жить так, обдирая своих людей, снижая социальные выплаты и вот так вот выплачивая внешние долги, там, вылезая из кожи вон, говорит. Ну, на самом деле это серьезный вопрос, который стоит перед любым правительством, перед будущим, потому что это правительство, понятно, скоро уйдет. И обдирать своих людей, это самое простое, это то, что они сделали. Заморозили практически социальные выплаты, убрали привязку к минимальному прожиточному минимуму всех льгот и практически обрекли людей на бедность. Убрали обещание свое снизить коммунальные тарифы. Опять-таки у нас субсидии. Опять субсидии, кстати, меньше. То есть это бюджет тотальной бедности. И мы, конечно, за него не проголосуем. Мы к бюджету дали 221 поправку. Прийняли одну. От мені було цікаво вас запитати, чи враховують «Слуги народу» зауваження опозиції при підготовці бюджету? Ні, вони прийняли тільки одну поправку. Причому, скоріше всього, ми зараз убедимося, якщо вона точно там. Сказали, що прийняли. Це касательно виплати на новорождених дітей. Тобто у нас перед цим було по 40 тисяч гривень за кожного дитину, невзирая на кількість. І це, звісно, не гроші для молодої сім'ї. А мы потребовали, чтобы было 100 тысяч гривен на первого ребенка, 200 тысяч на второго и 400 тысяч на третьего. Это уже поддержка какая-то более-менее реальная. И это позволит улучшить рождаемость в стране, поскольку население падает. Вот это принято, а остальное все отказали. Более того, мы сейчас внесли в парламент постановление о выполнении решения Конституционного суда о выплатах чернобыльцам, инвалидам, ветеранам. То, что было отменено незаконно предыдущими правительствами. И мы считаем, что это должно быть проголосовано, потому что есть решение суда, идите выполняйте. Это же у нас Конституционный суд, есть нарушение Конституции, оно должно быть устранено. Но я вижу сейчас, что вот если поменять лица, тот же бюджет предыдущих правительств у нас появился. Ну, тоже багато рост, вже рост. Хто говорить, що ну, от, написано, брать, наче да, під копірку. Да, переписали, але якщо брати змінення між першим і вторим читанням, там ряд косметичних змінень, я о них навіть не буду говорити. Ну, от пример такий. От була чорна така каса Совета національної безпеки і оборони. В першому читанні 28 мільярдів. Коли почався скандал, і почали ми задавати питання, що це таке взагалі? Потому что мы видели все эти коррупционные скандалы, видели все эти разбирательства. Сейчас там в тюрьме уже некоторые представители этого Совета национальной безопасности. Намагаются голодать. Поделили. 17 миллиардов отдали Минобороны, а 10 миллиардов отдали полиции. Те же 27 миллиардов распределили. Но вот понятно, что это нельзя так делать. Если вы хотели там как бы поддержать людей, обещали перед выборами, так давайте поддерживать их реально. Деньги можно было направить на социальные выплаты и поддерживать людей, которые требуют помощи государства.
Конечно, ми за такий бюджет голосувати не будемо. Зрозуміло. Влада обіцяє провести розведення сил у Петрівському, ну, щоб уможливити проведення зустрічі у нормандському форматі. Ваш прогноз, чи відбудеться все ж таки ця зустріч, маю на увазі нормандський формат, та як можна заспокоїти критиків, які кажуть, що розводити війська не потрібно, не можна, і це здача і капітуляція? Я вважаю, що там необхідно робити, це наша основна задача, що розвести війська, і всі політики повинні розуміти свою відповідальність і допомагати в цьому процесі. И ни в коем случае не расшатывать ситуацию, а помогать президенту сделать этот шаг для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате, потому что в этом случае у нас есть шанс сделать дорожную карту, которая реально приведет к миру. И предпосылки к этому уже есть. У нас ушла в небытие партия войны. Да, есть проявление национализма, с ними надо бороться, потому что критики, как вы говорите, они не видят этих территорий в составе Украины. А я хочу посмотреть на того, кто добровольно откажется от территории. И кто он будет, как он будет выглядеть в глазах следующих поколений. Поэтому мы должны сделать все, чтобы территорию вернуть, и война закончилась. А для этого надо идти по этому пути. Чи не залякають владу акції протесту, які спалахають одразу після якогось кроку Зеленського щодо мінського процесу? Большинство людей за, в тому числі подавляющее большинство людей, которые живут на территориях, близких к линии разграничения, они понимают, что разведение войск – это всегда остановка стрельбы. А что касается национализма, он всегда будет, его остатки есть, их они набрали на выборах 1.5%. И сейчас пытаются показать себя, заявить о себе, но надо понимать, что они идут вразрез с тем, что хотят люди в стране. Мы должны руководствоваться, я имею в виду политики, все должны руководствоваться тем, что хотят люди. И идти по этому пути. Дякую вам за цю розмову, Юрій Анатолійович. Співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко відповідав на мої питання.